Алло. Алло. Да. Привет, Камил. Давай мы поговорим уже как, ну, в открытую, правильно? То есть, как есть на самом деле. Без всякой хуйни, Давай. без наеба, без лжи, фальши и прочего, прочего, прочего. Во-первых, я хочу сказать, что мне действительно крайне стыдно. И проблема в том, что я возвел это еще в максимум наше с тобой вот общение и неловкость какую-то. Я хотел бы еще раз извиниться перед тобой и хотел продолжить общаться, только уже без пиздежа. Можно узнать у тебя, как ты узнала про то, что вообще происходит? Мне просто скинули видео. А, нет, мне пришло странное сообщение. Ну, что-то, бля, типа тебе, наверное, еще много кто написал, но все окей. Там что-то по типу того, что мне дали понять, что я где-то есть, но я на это я не читала. Я думала, что да хуйня какая-то, опять какие-то эти мошенники пишут. А Ага. потом пришло еще одно сообщение, я еще раз посмотрела, и я почему-то, ну, думала, что это опять какой-то розыгрыш. Я уже матом сказала, типа, да, блядь, что за хуйня? Ну, что-то такое. Я просто тебе сам писал, то есть ВКонтакте, да? Ты ВКонтакте прочитала? Да, ВКонтакте, но Вот, я мне писал... ВКонтакте. Нет, мне писал другой человек, ну, по крайней мере. Ну, подожди, а как, ну, ну-ка, подожди, а какое имя, фамилия, ну, как ВКонтакте подписан? Просто у меня Андрей Жидобор подписан. Так, блин, сейчас. Александр Армасов. Армасов? Александр Александр Армасов, Армасов. блин. У него закрытый профиль. А. Да. Понял, понял. Ну, смотри, в общем, как, ну, можно узнать, ну, твою реакцию, то есть, давай, наконец-то, я вот это скажу. Ха, Камил, это был прикол! Ты попала в видео! Ну, скажем так, я тогда красила свою подругу. Подруга чуть лысая не осталась. Ты на забив ее Вот. готовила? Ну, просто... Нет, на блондинка она... Ну, она светлая сама по себе, только корни ну, прокрасить нужно было. Просто скидывает мне эти видео. Я перехожу по ссылке. Я как А если бы ты охренела. Потом вирусня, еще в а если бы ты Ютубе... вирусняк поймала? Ну, меня тогда как-то это особо не волновало. Потом мы с тобой, вот, когда вчера поговорили, я потом твой стрим посмотрела Ну на как тебе, Ютубе, ну, угорнуло? охуенно. Угорнуло? Нет, мне не понравилось. Я Ты же сказал, что не охуенно. Нет, проститутка. если... Да нет, если не про тебя, но ну, не брать тебя в расчет, тут как сам стримчик, то есть. Ну, Ой, угарный. ну... Я там Честно угорался. скажу, смешнявой я могу как бы на такое залипнуть. Во-во, а там ты подписалась? Нет, спасибо. Почему ты же угорнула? Ну и что? Что тебе понравилось там? Я как угорал, типа. Ну, жестко. Я точно не помню, Ну я ладно, короче, ну просто... ты угорнула надо мной, правильно? То есть, ты знаешь, просто, чтобы добиться девушку, нужно всего лишь три правила соблюдать. Рассмешить, накормить. Ну, еще раз можно рассмешить. Короче, если ты юмор принимаешь, значит, ты уже, я у тебя в респекте. Я в уважении у тебя. Ты хочешь меня, правильно? Нет. Нет, я тебя не Ну, хочу. смотри, в общем-то, мы же должны были встретиться погулять, а почему сейчас не можем? Потому что я просто боюсь с тобой встречаться лишний раз. Ладно, можем не встречаться, можем общаться в интернете, в Дискорде там. У тебя есть Дискорд? Можем играть в И в игры. Дискорде не хочу. А, вообще со мной общаться не хочешь? Я хочу, но я не понимаю, когда ты мне врешь, когда ты мне не врешь, если по сути все, что ты мне говорил, все, что в принципе происходило, это, ну, было просто для ролика. Ну, сейчас-то я с тобой нормально разговариваю.
Мы можем встретиться завтра, либо сегодня, но сегодня опять-таки в 11 где-то. Где? Так, в 11. Ты про 11 или ты про завтра? Про рыбацкий лаунж. А. Может, ну... пойдем, правда, в владейский бар Джонни Хайс. Улица Ломоносова. На Ломоносова. Давай. Ты была в злодейском баре Джонни Хайза? Нет, не была. Ну, давай туда сходим. Не хочу. Не, можно по пивку вдарить, чего нет-то? Пиво пьешь? Пью. Ну и все. Так, когда, во сколько? Слушай, ну сегодня в 11, это получается через 2 часа, да? Ну да, ну ты. Ну я пока соберусь, я просто вообще еще не это. Я вообще тебя не понимаю, у тебя как будто биполярное расстройство. Ты говоришь сначала, что ты сам. Просто я уже. Я, ну, немножко реально диссонанс такой у меня. Ты говоришь сначала, что ты не хочешь со мной видеться, не хочешь со мной общаться, при этом ты со мной общаешься и говоришь, давай сегодня встретимся. Можешь как-то прояснить момент? Могу. Потому что. Опять-таки, я тебе об этом говорила. Я тебя люблю. Обязательно. Потому что правда, ты мне понравился. И каждый раз, когда ты мне... Вот, ну, получается, я об этом узнала, и вот ты мне позвонил, что-то предложил. И я понимаю, что, ну, как бы, ну, я идиотка, потому что я на это ведусь, потому что я тебе до сих пор отвечаю, потому что я, ну, в принципе, соглашаюсь на встречу. Хотя моя голова говорит о том, что я долбоёб. Но при этом мне почему-то хочется. Ты говоришь, соглашаешься на встречи. Их было всего две. Первая часик поторчали на скамейке. Вторая, ну, дай бог, минут 20-30. Все. То есть это особо-то, ну, встречи-то не назвать. Встреча, это, не знаю, пришли, выпили пивка, погуляли, погнали, похавали, приехали домой, там тыры-пыры сделали, до свидания, блядь, следующее. То есть, а так, ну, это же даже не встреча была полноценная. Ну, ну если ты, ну если ты хочешь, можем встретиться. Да ладно, Камил, да нет, конечно, я не хочу просто прикалываться, типа, над тобой мучить тебя. Я, ну, если так просто, видишь, изначально так получилось, что пиздеть не буду, короче. Друзья меня взяли на слабо. Сказали, ну, как бы там был спор в карты, короче, тебя в карты проиграли. Вот, сказали, типа, надо вот девчонку там, ну, там привезти, там погулять с ней и все остальное там в кровать положить, короче, ну, сама переспать, короче. Я сразу сказал, что я был, ну, подвыпивший и сказал, ладно, хорошо. И после первой встречи я сказал им, что нет, ребята, я не буду, она хорошая девушка, я не буду, ну, таким заниматься. Все, то есть я сливаюсь, я говорю, давайте, как хотите, меняйте правила, условия. То есть они говорят, хорошо, давай тогда ролик с ней делай. Я такой, блин, ну это подло, очень подло. Я сделал, удалил, а они взяли, создали каналы и перезалили. То есть, ну, я больше с этими людьми не общаюсь. Это вот тот Антон, помнишь, такой худощавый, который вот был тогда. Больше с ним не общаюсь, если интересно. Поэтому, ну, я обманывать тебя не хочу. И сразу говорю, что я с тобой, ну, я бы мог с тобой переспать, да, ну, скажу, ну, признаю, можно, был вариант. Но я специально этого не сделал, потому что ты мне понравилась. Ну, в целом. Че, норм? Секундочку. Норм тебя наебал, да, опять? В целом. Подожди, я дудку потерял. А? Ты на работу? Сейчас, секунду. А, ну ладно, давай. Нет, у меня подружка ушла. Куда? В магазин. Ну, приятного аппетита. Угу. Это ты газ пыхаешь с зажигалки? Что это за звук был? Дудку. Дудку? Дудку.
там жижа а. Просто плюется. Ага, вспыхало с жиги, с крикета какого-нибудь. В общем, мне правда очень хочется себе верить, и почему-то. А зачем? Зачем? Зачем ты, зачем тебе мне верить? Я просто не, ну, я бы поддерживал контакт, но просто я немножко не понимаю вообще, как у тебя там все. С головой? Ну, в том числе. Я не понимаю, вообще мувов не врубаю. Ты сначала там пиздец пишешь, что все, как бы сериал закончен, и такая типа, не, давай продолжим, короче. Я только тебе... Если бы ты внимательно прочитал, я тебе лишь написала... Я тебе написала... Я сейчас точно не... Я тебе написала о том, что вот, получается, на... Когда? Вчера? В 2 часа ночи я написала то, что я понимаю... Ну, как бы я понимаю, что людям, там, снимающие подобный контент, как бы там, ну, все, в основном все равно на там, какие-то человеческие чувства и так далее. Я написала, что я думаю, в завтрашней встрече смысла уже не будет. Для тебя так точно. Так точно. Честно? Вот. Что-то вот такое я тебе писала, но я... Опять-таки, я тебя никак не оскорбляла. Я не писала о том, что я вообще никогда в жизни не пиши. И вот что-то такое. Я не писала, я же не писала, что ты занимаешься какой-то хуйней. Алло. Хотя, ну, в целом, я была злая и могла такое сказать, но... Ну ты, кстати, да, ты вчера вообще отдать тебе должное, респект Камилу, что не назвала мое, ну, хобби хуйней, ты, типа, нормально так сказала, типа, бля, красавчик, красиво делаешь, братух, то есть, ну, достойно. Всегда пожалуйста, я даже обиженной стараюсь быть объективной. А ты сейчас обижена? Сейчас уже нет, Я не люблю себя за это, но не могу я долго обижаться как-то. Нет, не получается у меня. Ну все, то есть ты на меня не обижена, правильно? Я скорее просто пока что очень расстроена. Да ну брось-то, ты уже не расстроен, ты сегодня уже на веселье, ты проснулась, да ты... Ну ты же не думаешь обо мне, понимаешь? Типа, я уверен, что ты не просыпаешься, и у тебя в голове нет там моего ебала, там ты не видишь меня перед собой, там не думаешь обо мне, я тебе не снюсь. Вот ты вот сейчас обо мне подумала вот 12 с половиной минут назад, когда мы созвонились. Или нет? Ну, в целом, да. Ну и все. Так еще, ну это ж хорошо. Как ты можешь быть на что-то огорчена, обижена, если ты об этом не думаешь? Пока я тебе о себе не напоминаю, правильно? Ну да. Ну и все. Факты. Да. Пойдем погуляем, бля. Пойдем. В пятницу, гоу. Пятницу? Давай. Mm-hmm. Давай только, пожалуйста, нормально. Ну, я просто не хочу, чтобы я опять согласилась, и опять было как-то, ну, странно. Понял. Ну, то есть... Бля, ты прикольная. Спасибо. Тебе нравятся крутые чуваки? Я себе кожанку взял просто. Ну, если тебе нравится, это самое главное. А тебе нравится? Ну, почему нет? Пошли-ка. Что? Ну, пошли-ка в пятницу, все-таки прогуляемся. Давай. Разок-то свободно. Ну, можно где-нибудь рыбацкая лаунж, парк Бабушкина или... Давай на рыбацком. Давай. Ты одна будешь или с подругой? Господи, одна. Понял. Почему я должна быть с подругой? Слушай, а ты когда-нибудь... Ну, вот давай так.
вот то, что происходило вот на видосе, там, да, тебя это, ну, не будем скрывать, это тебя расстроило, да? А ты когда не хотела бы, ну, вот если бы вот так я тебя позвал, вот у меня там есть, у меня друг спор тоже девочку в карты проиграл, и мы тоже хотим поприкалываться, ты можешь помочь там прийти, там, отыграть роль кое-какую? Там, ну, как вот Брамчик отыгрывал, Антоха тот, худой. Там мимо пройти всего лишь с камеры. Наверное, нет. Почему? Ну, это как-то неправильно, наверное. Да поугараем, что ты, да брось ты, там вообще все безобидно. Ты просто придешь там в костюме Яндекса Курьера у меня есть, а я в полицейском костюме. Да поугараем, что ты. Ну, не знаю. Ну давай, давай, чего-то. Поугараем. Давай подумаем. Давай, хорошо. Ну, то есть точно не нет, да? Пока что нет. Ага. Вот. А во сколько? Или... Ну, можно в 6. В 6? Давай угу. В 6. Угу. То Где-то, есть где-то. мне в 6 быть собранной уже. Да, да. Хорошо. Только надо костюм на тебя, ну, какой у тебя размер вообще одежды? У тебя М-ка, да? Ты же небольшого роста. Подожди, ты хочешь встретиться где? В пятницу. В борцовском клубе, в зале. Кимоно тебе подыскал. Зачем? Ну, романтично. Мы сначала поборемся, потом разденемся. Нет, давай просто сходим. Куда? В этот, в лаунж. В лаунж? Что это? Блять, не знаю, забыл название. Ну, лаунж, короче. Ой. Ну вообще, блин, да можно, 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 если честно. Я-то не против. Только я хотел с тобой в злодейский бар Джонни Хайс сходить. Очень-очень интересно было бы. Я такого знаю. Ты не знаешь злодейский бар Джонни Хайс? А в чё, а ты можешь вот, описать, в чем ты сейчас? Хочу немножко пошалить. Я сейчас в голубых штанах цветочек и в футболке черной с Рик и Морти. О, Рик и Морти, вообще угораю по этому Сирику. А что, штаны какого цвета? Голубого. А под штанишками? А вот дальше история молчит. Ну, понятно, короче. Так, ну ладно, что, тогда что, до пятницы, правильно понимаю? Ну, получается, что да, до пятницы. А подожди, ты мне еще расскажи, что в пятницу мы с тобой делаем? Погуляем, потом поприкалываемся над подругой и друга. Ну, угарнем, короче. Ну, проведем время хорошо. Ну ладно, давай. Давай, обнимаю тебя. Угу, пока. Бля, я вообще бахую просто, пиздец. И кому-то там жалко еще становится, бля, я в ахуе, пиздец. Сидят мне пишут, что я мразь. Не, ладно, если бы вы каждый, ну, если просто, вы каждый день пишете, что я мразь. Но, блядь, вот конкретно в этом случае, это просто пиздец. Вы жалеете человека, который, в принципе, не против, ты над кем-то другим поугарать, блядь, я в ахуе. Ты не мразь, спасибо. Спасибо! Ты мразь, ты... Трахни, чтобы не обижалась, блядь. А если хуёво трахнуть, будет обижаться. Смысл? Главная мразь Ютуба.